Все, ребята, всем салам. Приехали на рыбалку, на вечерние. Хорошие, красивые места. Будем ловить карася. Следите за видео. Приехали в такое красивое место. Порыбачить снова же на маховую удочку. На червя. На хлеб. Посмотрим, что у нас получится. Но место просто замечательное. Вроде ветер на улице, но здесь у нас тихо. Пробуем. Всем советую, вообще маховая удочка, вообще, ребята, просто лучше ничего не придумаешь. Пожалуйста, вам. Первый карасик. Вот такой хорошенький. На жарку самое то. Начало положено, ребят. Ух ты. Чуть-чуть промазал. Бывает. Осечки всегда в этом деле есть. Пожалуйста, карасик на хлеб. Ароматизатор действует. Атакует, но хорошо не берет. Карась мелкий, может, из-за этого. Сейчас что, хлеб стоит? Хлеб? Червяк. Ой, о, уф. Я же должен такой, нифига поводил его такое. Да, почти. Не дотянул. Маленький карасик. Ага, да, и в кусту.
Надо начать. Это что ты кидаешь? Вот она. Угу. Хорош, хорош. Карасик, красивый. Красивый карасик. Вот такой красавчик. Ребята, поклевки начались конкретные. Время подошло. Время, вечернее время. Рыба выходит вся на кормежку, вот как будет. Ой, поплывок. Такая же история. Смотри, что делает. Ну не проглатывает наживку. Ой. А, это вот супер-пупер. Вот живчик. Вот. Вот он как. Повел. Угу. Карасик маленький. На жарку самое то. Маленький, вкусный. А? Клёвочки, что там? Ты-то сидишь, а? Ёлки-палки. Это же монстр фиш. Это просто монстр, ребята, вот. На червя. Давай, бедолага. Лови. Так, я тоже поставлю сантиметров 50. Смотрим, что будет. Будет играть. Вот и есть. Поклевочка. Карасик. Такую нажарку. Красивый черный, да? Да. На хлеб? Угу. Вот.
Лёвочка, карася. Опа. В Лидию меня завёл. Опа, вот. Идёт. Немножко. Пару раз. Дёрнул и всё. Вот он. Клюшка. Замечательная вот клюшка. Такой покрупнее. Ну, такой хорошенький. Вечером походу старшаки вышли. Старшаки конкретные, пожалуйста. Вот, ребят, наш улов на махоудочку, на вечерочку. Приехали, порыбачили. Ну, штук 20-ок, ну, 20. Думаю, есть. Где-то около так. Вот в таких местах, ребят. Очень красивые. Ребята, на этом закончилась наша рыбалка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Начинающий канал у нас. Мы будем работать, стараться для вас снимать новые видео в разных локациях. На разную рыбу также будем, на хищника выезжать. Может, как-нибудь за самом съездим, за щукой. А пока вот карасик. Все, до скорой встречи, ребята.